Роль нашей страны в освоении космоса, а также будущей отрасли обсуждали сегодня в Москве в Государственном техническом университете имени Бауна. Там провели круглый стол на эту тему. Глава службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал руководству вуза архивные документы, которые посвящены становлению университета как одного из центров космических разработок и исследований. Сегодняшнее мероприятие приурочено и к годовщине первого полета человека на орбиту и к году науки и технологий, которым объявлен 2021. Сергей Павлович Королев писал, что перспективы космонавтики беспредельны, как сама Вселенная. Время подтвердило правоту этих слов. Сегодня ракетно-космическая отрасль России – это самые современные технологии и разработки, которые позволяют нашей стране оставаться одним из лидеров научно-технического прогресса. На предприятиях космической отрасли и в смежных отраслях трудятся сотни тысяч человек и подрастает надежная смена инженеров, конструкторов, ученых.